Ну шо, heavy metal. Вот так, кто хочет хорошо пить и есть, надо сделать стеллажик для начала. Друзья, всем доброго дня суток, кто смотрит канал мой, подписчики. Вы там пишете, где я пропал, что чем занимаюсь. Так, ну, вы увидите сами, чем я занимаюсь, и посмотрите, что я делаю и как провожу свое время. Вот это, короче. Наш погреб, вот это стеллажик, который мы сделали, сварили для консервации. И скажу вам одно, что насколько я люблю украинский народ, украинских людей, за то, что они всегда предусмотрительны и думают наперед заблаговременно. Что приготовишь с весны, то будешь кушать зимой. Или, ну, и приготовишь летом, ну, за время, когда все дозревает. Вот собралась консервация нормально. Тут еще попередаем. Где-то у нас семья большая, есть, короче, чем заниматься. Так что я вас уверяю, я на месте не сижу. Развиваюсь и работаю. Всем хорошего просмотра. Чтобы вы не говорили, что мы пилим здоровый лес, там режем деревья. Не, этим никто не занимается. Была, короче, ну, ветер такой, или смерч, или что. Закрутило вон дерево, вербу. Вон, видите, как скрутило. Идем пока. И, короче, нам подкатила работенка. Как раз и дровишек заготовим. Ну, такая верба огромная. Ее нормально так закрутило. Так что, вот такие у нас проходят выходные активные дни. Так что, вот так вот. Природа сама думает про людей, главное к ней правильно относиться и беречь. Вот так вот, друзья, проводим выходные дни, заготавливаем дровишки на зиму. Правильно. Так что смотрите, кто хочет, чтобы было тепленько, надо заготавливать это все с осени. Никогда. Ну или в конце лета. Когда белые мухи летят. А никогда летят белые мухи, цикатухи. Тут уже вон поля поубирали, пшеничку, там где я показывал, были золотые поля, уже все поубирали, потихоньку урожай собрали, что Украина потихоньку готовится к зиме, даже не потихоньку, а интенсивно.